Я Мавзуна. Добро пожаловать на мою кухню. Сегодня я буду готовить веселые блинчики. А веселые они, потому что будут с рисунками. Поехали! У меня блинчики будут на кефире. Добавляем в кефир 3 куриных яйца. 1 яйцо. 2 яйцо. И последнее яйцо, 3. Сюда же добавляем соль, сахар, чайную ложку ванилина, муку. И немного масла. Чуть-чуть перемешаем наше будущее тесто. Все пропорции я оставлю в описании. У меня получилось вот такое вот густое тесто. Теперь в стакан крутого кипятка добавляем соду. И чайной ложкой хорошенько размешиваем. Смотрите, в стакане пошли пузырьки от того, что я туда соду добавила. А теперь стакан с содой и кипятком отправляем в тесто. И размешиваем. Добавляем масло. А вот теперь размешиваем. Часть теста убираю в стакан. Даем всему тесту стечь. И аккуратно наливаем тесто. В часть теста добавляем 2 чайные ложки какао. Хорошенько размешаем. Выглядит как какой-нибудь десерт. Вот так топим какао в тесте. У меня получилось вот такое вот коричневое тесто. Им мы будем рисовать разные рисунки. А сейчас перельем его в специальную бутылочку для блинов. Ставим вороночку. И максимально аккуратно переливаем. Так как тесто очень-очень густое, надо подождать, пока в воронке все сольется в бутылочку. Смотрите, уже прям видно, где есть тесто, а где нет. Сковороду намазываем растительным маслом. Огонь у нас средний. И начинаем обжаривать наши блинчики. Берем немного белого теста, ждем, пока стечет, и добавляем. Делаем круговые движения. Смотрите, какой блинчик у меня получился. А теперь рисуем на нем что-то. Я буду рисовать кружочек. Ну и внутри просто вот так. О, смотрите, сердечко!
стараемся максимально быстро нанести рисунок, потому что блин печется очень быстро. У меня блинчик в крапинку. Уф, наконец-то я закончила жарить блины, но зато посмотрите на результат, это того стоило. У меня вышло очень много блинов, здесь еще стопка есть. Смотрите, это китайский блин, звучит нихао, то есть привет. Это блин улыбается, ну и много других блинов. А это М. Блин с первой буквы, которая начинается мое имя. Вот еще цветочек. Еще цветочек. Здесь еще есть звездочка. Сердечко. Опять М. Котенька. Сердечко. Сердечко. И здесь просто блин в крапинку. Пеките блины с хорошим настроением и рисуйте такие рисунки, которые вам ваша фантазия позволяет. Эти блины не только вкусные, но и веселые. Вкусно и просто. Приятного аппетита. Всем пока!